Всем привет! На связи Mabu. Mabu – это платформа по разработке мобильных приложений. И сегодня в нашем еженедельном субботнем подкасте мы поговорим с вами о такой очень интересной и тонкой теме, как кому же платят много в разработке мобильных приложений. Я думаю, будет интересно, так что устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Тема на самом деле не такая обширная, поэтому, скорее всего, она не займет много времени, но тем не менее давайте приступать. Мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать Android-разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии Android-разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца. Такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видеоформате. Я вас не ограничиваю во времени, и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть, если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Во-первых, перед тем, как рассматривать эту тему, нужно ее рассматривать по двумя разными углами. Как вы знаете, ну, как вы могли слышать из предыдущих подкастов, мы рассматриваем направление работы мобильного разработчика в двух направлениях, в зависимости от того, какой путь он выберет. Трудоустройство, то есть работа на компанию, либо работа на фрилансе или напрямую с заказчиками. Так вот, сферу именно вопрос, кому же платят много в разработке мобильных приложений, нужно рассматривать в этих двух разных плоскостях, потому что там есть некие нюансы, кое-что схожее, кое-что будет пересекаться, но есть кое-какие особенности. Итак, давайте начнем с трудоустройства. Каким же сотрудникам платят много в сфере мобильной разработки? Ну тут нужно исходить уже как бы из личных, скажем так, исходных данных, скажем так, из личных качеств. Ну, во-первых, если, например, вы можете делать очень крутой дизайн, то есть вы прям профессионально делаете крутой дизайн, который не похож на стандартный дизайн мобильных приложений, можете делать крутые формы, можете там в фотошопе делать крутые кнопочки, потом загружать их в верстку свое мобильное приложение, вы можете видеть какие-то, придавать какие-то для проекта, выдавать какие-то сочные идеи. Да, вы не дизайнер, вы разработчик, но в дизайне, ну, иногда и разработчику. Бывают случаи, что разработчик делает дизайн, а бывают такие случаи, что разработчики консультируются с дизайнерами и предлагают еще какие-то решения. Так вот, если вы можете подтвердить ваше умение придать мобильному приложению крутой дизайн, то у вас есть некие преимущества и возможные предпосылки получить очень высокую оплату своей работы. Как это можно подтвердить? Ну, можно в первую очередь подтвердить действующими проектами. То есть вы должны делать очень крутые дизайны, с очень крутой анимацией, ну что-то не похожее, но тем не менее все ваши приложения должны выдавать ваш особенный тонкий почерк. Это не приходит сразу, над этим нужно долго работать, но над этим нужно работать намеренно, чтобы вы могли делать крутые дизайны. Дизайнер, значит, у нас все понятно, то есть нужен делать какой-то особый почерк. Если мы говорим также, кому еще много платят при 3D-устройстве, это люди, которые отлично разбираются в архитектуре, то есть вы владеете всеми паттернами MVC, MVP, MVVM, допустим, если мы говорим про iOS, то это еще и Viper. То есть вы знаете, как формировать мобильное приложение с учетом всех этих паттернов. Вы понимаете, как, просто понимая, какое мобильное приложение требуется вам создать, вы можете уже сразу на этапе планирования мобильного приложения
посоветовать правильный паттерн архитектурного построения. Вы можете правильно понять, как устроить навигацию в разрабатываемом мобильном приложении и дать необходимые, скажем так, ответы. И вы можете правильно саргументировать свое предположение. Также очень важной предпосылкой для получения высокой оплаты является ваша способность простыми словами объяснить заказчику или какому-то менеджеру свое видение той же архитектуры в дизайне, то есть донести простыми словами, не заумными, чтобы человек понял, что вы предлагаете сделать. Это очень важное качество. И опять же, что дизайн, что особый почерк, что архитектуру, это все вы можете подтвердить уже на имеющихся мобильных приложениях, которые вы разрабатывали. Кроме того, вариант получить высокую оплату на проекте возможно, если у вас уже есть релевантный опыт. То есть, например, если вы создавали уже такое же приложение, но для другой компании. Например, есть компания, допустим, в одном городе, скажем так, в неком городе, который хочет разработать приложение по прокату, допустим, электронных самокатов. А у вас есть опыт, у вас есть опыт по созданию такого мобильного приложения, которое вы делали для администрации, допустим, в другом городе. Здесь вы для компании коммерческой делали, там вы даже, допустим, не для компании, а для администрации делали, и вы это приложение, ну, плюс-минус знаменито, оно есть в Play Market, ваши потенциальные, скажем так, работодатели скачали его, посмотрели, да, что оно прям классно подходит под нынешние задачи, что оно очень классно сделано со стороны архитектуры, со стороны дизайна, и что вы участвовали в нем, и вы можете подтвердить, что вы участвовали в этой разработке, и вы можете помочь на действующем проекте. И в таком случае вас будут очень сильно ценить, и вы сможете именно получить высокую оплату. Что же нам говорит именно релевантный опыт? И все, что я говорил ранее, и знание архитектуры, и крутого дизайна, это говорит о том, что вы можете спрогнозировать, какие проекты, в принципе, вам интересно делать, и какие проекты вам, в принципе, могут предложить делать, и развиваться, и создавать именно такие проекты, чтобы получить высокую оплату. Это сделать очень сложно, но это все это возможно. И очень классно, если ваши проекты будут являться приложениями с именем, о которых уже знают все, и ваше имя с фамилией будет в списке разработчиков таких приложений, тогда вас безусловно будут высоко оценивать, и вы получите высокую оплату. Кроме того, на втором плане всегда играют софт-скиллы. То есть то, что ваши те, скажем, качества, которые напрямую не связаны с разработкой. Например, вы трудоустраиваетесь в проект по созданию приложения для финансовой какой-то организации. Но до того, как вы стали разработчиком, вы, допустим, работали в банковской сфере, допустим, тем же кредитным инспектором, и вы знаете все эти внутренние бизнес-процессы, и ваш опыт, во-первых, как разработчика, и ваши знания, старые знания в той сфере, из той сферы, для которой разрабатывается мобильное приложение, они в комплексе дают вам высокие преимущества, по которым вы можете выторговать себе более выгодные условия трудоустройства. Кроме того, если вы устраиваетесь в большую компанию, очень сильно там, в этой компании, в больших компаниях очень часто проводятся обучающие семинары, на которых более профессиональные разработчики учат более младших своих товарищей. Если у вас есть классные коммуникативные навыки, и у вас очень крутое, скажем, у вас есть очень крутой навык, умение обучать и рассказать некие сложные вещи простыми словами, то вы можете взять в компании на себя дополнительную нагрузку, обучать сотрудников, и за это дополнительные нагрузки вас очень сильно будут ценить, вас никогда в первую очередь не уволят, в случае сокращения, во-первых, вы качественный сотрудник, во-вторых, вы высокий профессионал, в-третьих, вы еще занимаетесь обучением сотрудников, и вас будут ценить, и вас как за дополнительную нагрузку будут еще доплачивать, это тоже очень важно. Ну и, конечно, иностранный язык. Всем понятно, что английский язык нужен, и если вы будете знать английский язык в компании, то, естественно, вас будут ценить, но представьте себе такую ситуацию. Вы, например, работаете на заказчика, заказчик итальянец. Ваша компания работает на заказчика итальянца. Допустим, делаете для его пиццерии какое-то приложение. И если вы знаете итальянский язык, вас также будут высоко ценить, потому что
вы можете общаться с заказчиком, да, очень часто там программисты не работают напрямую в компании с заказчиками, но заказчик с удовольствием будет работать с компанией, в которой вы работаете, если узнает, что разработчик, который трудится над его проектом, владеет его родным языком. Это тоже очень косвенно позволяет вам выторговать себе более высокие классные условия трудоустройства. Ну и последним аспектом, про который я хотел рассказать, если вы трудоустраиваетесь в компанию, это знание смежных технологий. То есть, если вы знаете, допустим, дизайн, если вы, например, знаете какие-то технологии из смежных сфер программирования, в которых работали ранее. То, что не обязательно, но знание возможно расширить вашу компетенцию. Да, допустим, если вы круто знаете алгоритмы или структуру данных, что-то вот такое, прям связано с инженерными навыками, то это также очень классно подчеркнет ваш профессионализм и позволит вам выторговать более выгодные условия сотрудничества. По трудоустройству это в принципе все. Теперь давайте поговорим по поводу фриланса и работы напрямую на заказчика. Заказчик ищет, что на фрилансе, что напрямую, например, при работе напрямую с заказами, вы будете работать с заказчиком. Вы сам себе и дизайнер, и хотя можете работать с дизайнерами, и программист, и менеджер-маркетолог. Вы должны понимать, кого ищет заказчик. Заказчик ищет того человека, у которого есть в портфолио та работа, которую необходимо выполнить для него. То есть, например, у нас есть заказчик, которому нужно приложение для магазина оптовой торговли. Ну, даже нет, не оптовой торговли, это в принципе не нужны приложения. Для магазина по продаже одежды, допустим. Да, и вот он ищет себе исполнителя. И тут выходите вы, во-первых, и показываете, что вы уже такое делали. Это в первую очередь он привяжется к вам, потому что вы уже такое делали. Вы можете показать труд своей работы, а еще если это приложение будет с именем и знаменитое, то это вообще без шансов, он у вас останется, этот заказчик. И так как вы его уже привязали к себе, вы можете диктовать свои условия, выдвинуть высокие условия, потому что вы подчеркнете свой профессионализм, качество своей работы. И очень классно, если на таких приложениях будет еще очень крутой дизайн. То есть, опять же, дизайн. То есть вы можете сделать не простое строгое приложение, а как-то выделить все это, делать как-то классно, со современными тенденциями дизайна, использовать крутые шрифты. Вы можете там в Photoshop или Figma классно, допустим, разрабатывать дизайн, потом переносить на мобильное приложение, делать крутую анимацию. То есть вы можете вот с помощью таких визуальных составляющих эмоционально действовать на заказчика, чтобы он хотел, загорелся и хотел именно только такое приложение. И вы подхватив вот это его желание, вы сможете его дожать и показать ему, что кроме вас это никто не сделает. Тут очень важно умение эмоционально воздействовать через дизайн и визуальный, через UI, да, показать свой особый почерк и вызвать с помощью уже готовых работ эмоции у заказчика, да, и показать, что вы уже что-то такое делали, что вы с легкостью ему это сделаете, так как вы это уже делали, вы это сделаете быстрее, чем делали до этого. То есть вы должны показать свою специализацию. Это очень важно и классно, если ваши приложения будут с именем. Вот это самое главное, что нужно, в принципе, для фриланса и для работы напрямую с заказчиками. Но есть еще несколько, скажем так, качеств, которые вам позволят получить более высокие условия сотрудничества или трудоустройства. Неважно, какое вы направление выбираете, трудоустройство или работа на фрилансе или напрямую с заказчиками. Вы должны быть мастером пиара. Вы просто должны быть пиарщиком, публичным человеком. Вы должны показывать свою компетенцию, профессионализм и пиарить себя везде просто, чтобы вы были у всех на слуху. Это очень важно. По поводу пиара, посмотрите прошлый подкаст, я рассказывал про то, как нужно пиарить себя и продвигать. И как искать заказы. Посмотрите, на прошлой неделе был подкаст, вы прямо это все оттуда подчеркнете. То есть очень важно умение продавать себя. Вот, в принципе, эти все качества позволят вам получить самые выгодные условия либо трудоустройства, либо работы с заказчиком напрямую, либо через фриланс. Прокачивайте эти все скиллы, и тогда вы будете выгодным профессионалом, с которым будут хотеть работать просто все. И вы тогда не будете думать, где взять вам заказ, вы не будете думать, как,
где взять качественного заказчика, заказ, и где взять, в принципе, заказы. Все заказчики будут идти к вам, все компании захотят вас, конечно, трудоустроить к себе. Ну, а на сегодня у меня все. Это был наш такой субботний подкаст. До встречи на следующей неделе. С вами был проект Mabu. Всем пока!